хотел масло взять и забыл. Просто помазать велосипед. Парковская. Надо ли? Почему? Скажи, опыт великая вещь. Привет. Можно съехать, как хотите. Да, север есть север. Спали вот так вот было мусора, машины тут, все вот это вот. Кто упустит такое место, сидеть тут пару дней, лежать в этой воде. Такой бережок. Закрыли, под молодцы, тут порядок поддерживают, так. Очень хорошо сделали в этом отношении. Смотри, место прекрасно. Так в Катрине там тоже есть что посмотреть. На Голландии. Ну, сюда тоже можно попасть. Голландия. Разумеется. Кирят Шмоне, Марьюваль, Метула. Там ливанская деревня. Ардов. Ардов. И Хермон. בצד שמאלה לרכס יש שם מחצבה לבנונית, כן? זה לא שלג. תלכו עד שמאלה, המושבה הראשונה שאתם מתקלים בה, בתוך האוקף, זאת מטולה. אוקיי, היישוב הכי צפוני בארץ, אין יותר צפונה מזה, אבל לצורך העניין זה הציפורן של אצבע הגליל. עכשיו בואו נספוסקה עצות את הדרוסקה דירה. Вот видишь, поэтому я говорю, что у нас лучший велосипед. Да,
Не, залетает вообще снежинка. Она даже не чувствует, что это воздух. Это воздух, я как бы я пружину больше. Даже сейчас входит. Два матмона есть. А, даже два? Один с 24 апреля, а другой до 24. Там дед друз на входе сидит. И все, ворота. А чего флаги красные, не понял? Наша власть взяла. Ты что? Ух ты! Холодно? Класс! Это по началу. Холодно, ледяная. Классно, скажи. А кто с тобой спорит, Вадим? Просто удовольствие получается. Моя жена так страстная это. Смотрит кино? Да. Страстная любительница твоих фильмов. А у меня уже свои почитатели, оказывается. Ну а то. Вот, например, фильмы. Не мой, только разместил объяву. А на каяк. Yeah.